Самарская Сдюшор номер один – настоящая спортивная гордость губернии. Сотни великолепных воспитанников и воспитанниц, добивающихся успеха на чемпионатах страны, Европы и мира. И, конечно же, прекрасные тренеры и педагоги самого высокого уровня, открывающие дорогу в большой спорт нашим самарским звездам. Все это – победная аура Сдюшор номер один, на минувшей неделе отметившей свой десятилетний юбилей. Торжество в МТЛ-арене получилось эффектным и в то же время душевным. Поздравления и напутствия юным чемпионам и их наставникам сменялись праздничными шоу-номерами. Добрые слова звучали в адрес тех, кто уже добился спортивного признания, и тех, кто сейчас радуется первым успехам. Сдюшор номер один объединяет представителей 28 видов спорта, но особая гордость школы – отделение игровых видов спорта, где на первых ролях заслуженно находится баскетбол. Кстати, в нынешнем сезоне команды Сдюшор номер один примут участие в первенстве детской юношеской баскетбольной лиги, как среди юношей, так и среди девушек. Случай по российским меркам уникальный. Баскетбол – это один из самых вообще массовых видов спорта в нашей школе. Больше всего учащихся занимаются именно этим видом спорта. И поэтому он очень популярен. И я так думаю, что здесь даже проблемы нет. Вот по некоторым видам спорта у нас проблемы набрать воспитанников в школу. Ну, это понимает, допустим, лыжные гонки, конькобежный спорт, виды борьбы. Там дети не очень-то идут. А баскетбол, ну, сейчас модно играть вообще в баскетбол. Поэтому традиции у нас очень хорошие в школе. И получается так, что у нас, в принципе, почти каждый год какая-то команда на первенстве России бывает призером. И поэтому призером первенства России, я имею в виду. Поэтому этот вид спорта для нас – это игровой вид спорта. И у нас и замечательные тренеры Курильчуки, я могу сказать, да. И у них постоянно то самое одного возраста ребята подрастают другого возраста. И они передают много наших воспитанников уже в команду. Сейчас у нас идет дюбл именно. И женская команда, и мужская играют наши воспитанники. Поэтому традиция у нас очень хорошая. Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям в адрес ведущей спортивной школы Самарской области и желаем воспитанникам Сдюшор номер один новых ярких достижений на российском и международном уровне.